Вот уже 3 года в крае действует промышленный кластер по пчеловодству. Что это за проект, на каком этапе он сегодня и почему именно за такими профессиональными объединениями во многом будущее отрасли, нам расскажет основатель кластера Юрий Кадыров. Здравствуйте, Юрий Александрович. Юрий Александрович, как зародилась сама идея по созданию промышленного кластера по пчеловодству? Я более 20 лет занимаюсь пчеловодством. И этот формат, он был любительский. Ну, общаясь с людьми, с пчеловодами, с покупателями, с органами власти, пришли к такому мнению, что тот формат, он любительский, и ввиду того, что он не предполагает дальнейшего развития, а все время хотелось что-то объемного и динамично растущего такой формат. Поэтому мы, задаваясь этими вопросами, пришли в бизнес-инкубатор. Подали заявку, выиграли конкурс и были резидентами бизнес-инкубатора. Здесь мы, проходя обучение, общаясь со многими предпринимателями, большими, мелкими, ну, неважно это. И был интересный формат. Это приезжали, обучали нас по франшизе, где по окончанию этого формата мы посмотрели и поняли для себя, что как раз вот этот формат, он предполагает именно и масштабирование развития, и динамическое развитие, как раз все то, что мы хотели, какие были у нас запросы, легло. И отсюда родилась идея создать вот как раз кластер, да, этот промышленное пчеловодство. Это на самом деле вообще другой формат. Это не просто там пчеловодство. Пчеловодство — это общее схожее название. По сути, это другой подход и другой формат работы. Мы берем человека, который в принципе ничто не знает про пчел. Мы ему обучаем, рассказываем, показываем. Он с нами проходит практику. И тот формат, который мы предлагаем, для него это есть истина. И по этому формату человеку проще через эту призму смотреть вообще на все, что происходит. Если мы, допустим, берем пчеловода, который работает, и нам приходится, по сути, ломать мышление этого этого человека, потому что у него четко сформировалось, как надо делать, что надо делать. Пчеловод плюс помощник по нашей схеме может спокойно обслуживать 250 семей. 250 пчелосемей. Пчелосемей. Угу. Не особенно физически перенатруждаясь. И при, допустим, увеличении, добавлении еще кластера, ему можно взять еще одного, то есть человека. Допустим, 3 человека уже 500 могут обслуживать. 4 человека, там, допустим, 700. Изначально сколько объединяли вы пчеловодов и сколько вы сейчас объединяете в вашем сообществе людей? Смотрите, ну я понял. Изначально у нас в проекте 200 человек. Мы хотели первый год сделать 50 человек, а 5, 50 и 200. То есть развиться в 3 этапа. Это на 5 лет. Потом корректировки вносят в жизнь свои, чтобы сделать MVP, маленький жизнеспособный продукт, мы изначально сделали, там 5 человек взяли, вот сегодня с нами работают, осталось 4 человека. То есть на этих 4 человеках мы отработали модель, как вообще будет работать. То есть посмотрели, внесли корректировки по ходу, там какие надо были. И увидели, что вот именно вот эта модель, она рабочая, ее можно масштабировать. Теперь следующий этап у нас, ну, мы 50 не будем теперь брать, возьмем там 20 человек. То есть и поэтапно до 200 будем доходить. Как структурно, системно выглядит кластер? Это база, где входит цех по производству уликов, рамок, ну, то есть инвентаря, складские помещения и цех по откачке меда. А, еще транспортный логистический цех, который помогает все эти вещи осуществлять. На каждую такую базу предполагается от 10 до 15 человек в зависимости от района, местонахождения пчеловодов. 10-15 человек — это самое оптимальное число, которое и по логистике, и по всем параметрам, то есть и 10 человек, они, допустим, контактируя лично, они знают друг друга, то есть они
знают, как все это сделано. То есть если мы 200 человек в кучу соберем, то будет вот такой хаос, каша. Да? А когда разбили на кластеры небольшие, то получается, люди знают, каждый человек знает, что он будет делать, у него будет понятное понятие, что где находится, какие процессы он должен сделать. То есть это все будет вот в таком формате. А сколько таких баз в крае, можете сказать? Или... Мы сейчас сделали пока одну, первую. То есть у нас в МВП одна база на сегодня. В планах? В планах у нас 200 человек, порядка где-то от 10 до 15 баз, я думаю, будет. Через кооперативы будем развиваться, делать. Как сельхозкооперация? Сельхозкооперация, да. Угу. А в чем суть этой сельхозкооперации? Идея заключается в том, что человек, который, работая в составе структуры кластера, да, допустим, и вот этой 10-15 человек, да, он получает, допустим, логистическую помощь, помощь по производству оборудования, технологические вопросы решаются. Это связано как раз с матками, там, с пакетами, потому что ни для кого не секрет, вызовы последнего времени — это потравы. С ними одному пчеловоду в составе его хозяйства тяжело решать. Потому что сегодня он проскочил, его не потравили. Завтра бывает, потравили полностью пасеку, там останутся единицы пчел. Это катастрофа для пчеловода. А в составе вот этого кластера такого, да, маленькой группки, да, скажем, и то, что их несколько, они все объединены, то есть минимизация происходит рисков, уменьшаются риски, облегчается... Самая главная боль пчеловода — это продажа меда. То есть на сегодня не просто произвести мед, а его продать еще надо. Вот про что мы... Сбыть. Проблематика выходит такого формата. То есть нету систематизированного применения ветпрепаратов, еще каких-то технологические моменты, на каком оборудовании он откачивал или еще. И когда маленький объем, в принципе, он никому не интересен, кроме бабушки, которая, допустим, в соседнем доме живет. Если мы, допустим, объединяемся, вот сейчас последние годы очень идет такая мощная такая волна или тема, когда пчеловоды начали подходить к тому, что надо объединяться и выходить с общим объемом на рынок централизованно, большим полом, где как раз будет гарантировано качество продукции. Не просто качество конечной продукции, а именно как система менеджмента по ХАСПе, это реперные точки, когда эта продукция производится, в каких условиях она откачивается, в каких условиях хранится, в каких условиях там перевозится. То есть вот эти все моменты, как раз они... То есть продукция однозначно надежная на всех этапах производства получается. Да, многие пчеловоды, продавая мед, то есть в ближайшее время они столкнутся с тем, что пчеловодство как отрасль не облагается налогом, но при реализации его человек столкнется с тем, что у него будут какие-то проблемы, да, в дальнейшем с налоговым, в том плане, что он по факту занимается предпринимательской деятельностью, но человек, как бы думая, что Петр I еще же разрешил не платить налоги с пчел, и это осталось до сегодня. Наше объединение, оно дает понятную, четкую технологическую карту, как пчеловоду, что надо делать. И если, допустим, у пчеловода возникают какие-то вопросы, мы готовы помогать решать, с ветеринарным сопровождением, там еще какие-то другие вопросы, если будут возникать. Вообще пчеловодство надо разделить на такие две критерии, как во всем мире сделано. Любительское пчеловодство и промышленное производство пчелопродукции. Если мы, вернее не мы, а чиновники, допустим, с Минсельхоза или откуда-то будет подходить формат, это любитель, а мы к нему требования предъявляем промышленнику, то будет непонимание как у власти, так и у пчеловода к ним. Если мы четко для себя ставим задачи и параметры, да, что мы промышленники, и вы с нами разговариваете на понятном вам языке, и мы разговариваем на понятном нам языке, то есть у нас получается разговор. Что касается налогов, плюсы вот все-таки для бюджета какие? Исходя из того, что каждый пчеловод
в среднем зарабатывает там около миллиона, по нашей вот с этого кластера зарабатывает около миллиона, а налоги он заплатит где-то примерно там около 100 тысяч, плюс-минус. А вот эти 100 тысяч масштабируйте, умножайте, сколько людей будет с нами работать. Вот эти плюшки для людей, и для, также для бюджета, и для экономики края, и все. Вот мы сейчас работаем, пытаемся работать с Минсельхозом, где как раз хотим разработать дорожную карту и пчеловодство вывести не просто там что-то где-то как-то пчеловодство, а именно пчеловодство как отрасль. Как животноводство, допустим, молочное, там, мясное направление, да, КРС. Также, чтобы пчеловодство было, и чтобы оно примерно таким же статусом обладало. Вы ощущаете помощь со стороны местных структур? После того, как я отучился в бизнес-инкубаторе, закончился период этот, я выпустился, так условно скажем. Мои контакты с фондом МСП, они остались, и здесь очень мощную поддержку, как раз вот период пандемии был, оказывали очень мощную поддержку. Мне не давали пресс денег, но помогали с сертификацией, с разработкой всяких маркетинговых исследований и многое-многое другое, что очень сильно помогает нашему бизнесу. А, да, один из таких инструментов нам помогли, выход на маркетплейс как раз был. Очень много было оказано поддержки. Мы более 3 лет продуктивно работаем с Минсельхозом в плане как и нашего проекта, так и для отрасли в общем. То есть есть понимание, как раз позитивное понимание, в каком направлении двигаться, что делать и как развивать это пчеловодную отрасль. А какие-то системные изменения нужны, на ваш взгляд? Тот либеральный курс в экономике, который был, он, я думаю, он вообще не подходит на сегодняшний день, в частности, для развития экономической ситуации. Я про страну не буду говорить конкретно про наш край, это про район. Все-таки надо системно подходить немножко по-другому. Те инструменты, которые есть, я просто как предприниматель на себе ощущаю, они больше как латание дырок, то есть формат прежний остался. Я думаю, что про тот формат либеральной экономики надо забывать, надо переходить на новые рельсы и мобилизировать экономику именно в другом ключе. Я пока точно не знаю, как, но я нутром чую, что надо делать что-то. Промышленный формат, если возьмем мировой тот же опыт Канады, европейский, там, я не знаю, новозеландский или еще какой-то. Летом вот к нам приезжали арабы. При разговоре с арабами выясняется, что в принципе у них это работает более там 50-70 лет, семейный бизнес, и они работают по той схеме, то, что мы пытаемся сегодня сделать. То есть элементы этой же кооперации, но это в масштабах одной семьи, а мы, ввиду того, что мы выигрываем либо по времени, либо объединяемся с идейными людьми, в принципе, делаем то же самое. Я вижу, что у этого проекта большое будущее.